А мы с вами в старом Тбилиси пройдемся через дворы, выйдем к набережной и пойдем как раз на сухой мост на барахолку. Я вам обещала миллион раз, ну, на миллион первый выполнили. Я надеюсь, что она будет работать. Пойдемте, ребята. Я же правильно поняла, мы сюда должны повернуть, да, были? Налево и вниз спуститься, да. Мы идем по улице Сенсация. А здесь старый, посмотрите, итальянский дворик. Милота. Кто-то очень любит растения, сразу видно. Смотри, Даля, обрати внимание на... калитку? Да, на ворота. И бы отреставрировать, слушай, они еще 100 лет послужат. Поливать бутоны ведь неправильно, ребята. Когда поливаешь бутоны, они начинают гнить. Очень красивый букет. Ну, яркий, красочный. А мне такие очень нравятся. Тебе такие очень подходят. Можно я возьму? Можно. Красиво. И это тоже в корзинках. Очень красиво. Печатные машинки, портрет Сталина, самоварчик, старинные книги, это радио, да? Москвич. Москвич называется. Донбасс. А круто, ребят, очень круто. Вы помните, в каждой семье эта рыбка стояла? У всех практически были. Телефон старинный. Ребят, ну адрес мы вам оставили. Вы можете, кто будет в Тбилиси, обязательно посетить этот магазинчик. Много чего интересного найдете. И люстры даже, помнишь, с тех времен. Еще один магазинчик с антиквариатом. Смотри, какие блатные. А мне надо, наверное, честно, по району, да? Пошла. Весь район держит. Анита Львовна, кофе подано. А какая у вас самая старая вещь такая? С тех времен, интересно. Вы... Люстры вообще бомба.
Так это, пожалуйста, не задень ничего, чтобы мы потом здесь почки не подавали в Тбилиси. Чтобы расплодить. Вот для этого правда. Да. Красивого. Вот это она полностью целиком вместе идет? Нет? Нет, консолы отдельно продаются, лампы отдельно. Вот тут наполняется всего лишь вот. Сюда керосин и... Я поняла. 19 век, середина 20-го. Середина 20-го. 3000 лари часы такие, да, стоят. Нет, тройка. Часы с двумя канделябрами. А, вот так даже. В комплекте. Чайник очень интересный. Чайник хороший. И даже не чайник, это спиртовка. Как? Глинтвейн или что-то вроде. Внизу подогреваем. Внизу подогреваем. Да. А к нему чашечек нету в комплекте? Нет, Хиды-стрит 1, ребята, улица Мостовая. Приходите, если что-то интересное из этого. И вообще просто погулять, посмотреть и вспомнить те времена. Тоже приятные воспоминания от этого. Полароид. Помнишь Полароид, когда вышел, все прям бум был. Везде в парках стояли, фоткали. Моментальная фотка. Это что-то из области фантастики было. Видеокамера Красногорск. Вы вчера спрашивали? Нет, было обязательно. Да? А, значит, другие, они тоже спрашивали. Да? Ну, погоди, да. Да. Такая популярная, спрашивают многие, да? Да, очень много. Это было 80-е годы, нету такой. Я ее хочу найти. Это то ли 84-й, 83-й года еще были. Да. Вот такие. К сожалению, нету Советского Союза и не достается. А что у вас есть, расскажите, наши зрители. Слушайте, будут знать. Сегодня я так сегодня сходно, так. Ничего интересного нет. Вот, зовут? У меня Дали зовут. Вот, мне интересно, немецкие аппараты, советские аппараты, часы, бинокли. Это Франция. Французские. 1800. Ой, их можно взять? Ну, да, 1880-е это годы. В этом, как держать правильно? А. А в театре? Ну, в театре сидеть, будешь смотреть. Там, да. Или соседка за соседкой. Так, что эта стерва там делает? Так, какого мужика притащила? Эти куклы, как это, с театром марионеток, только немецкие, 70-е, 80-е годы. Ну, как у нас Образцова или там Радзо Габриядзе, у них другие формы такого куклы, да, клоуны такие, да, были. 70-х годов таблички. Таблички там не влезать, где смертельно там. Да. Эта финка нравится? А? Это нож не нравится? Финка. Нет, не нож. Мы вообще смотрим, пока он нравится. Ну, это деревянные. Есть, как раз он, да? Есть бумажные коробки. Смотрите, вот это деревянные все, да, вот это, да, допустим. Да. А есть там деревья, какие другие, это старее. Ничего. Надо посмотреть, какого года. Я точно. Ну, знаешь, только, ну, должно быть в те времена, да. Но это точно 50-е годы вам. Цена 8 копеек, ну, ребят. Ну, значит, 50-е годы. 500 штук в коробочке. Ну, да. К сожалению, мы поздновато пришли, уже потихонечку все собираются. Многие ушли, я так понимаю. Да, да. Кофемолка, видела какая? Мишка, олимпийский мишка, посмотри. Светильник? Что это? Ой, точно, светильник. Не горюй. Что? Да, фиши. Где фиши?
Столовые на вкус. То есть серебра или нет? На Мельхиору. Кстати, дома у нас есть еще такая ложечка. Их нужно очистить красиво. Икра. Кто помнит такое? Я помню. Ну, в то время икра была натуральная. Тогда не было того, что сейчас делают. С каким праздником? Праздник у нас. А какой у нас праздник? Святой это? День рождения Богородицы. Богородицы. Боже, это же общий праздник. Да. Спасибо и вас с праздником. Хорошего дня вам. Это самый интересный предмет, да? Большой глаз? Лицо большое. И глаз. Вообще лицо большое? Да. Да, огонь раздувать. Да, да. Обратно идти. Рыбки, да. Рыбки. Рыбка, котик, самолетик. И на ступени куда почку продать придется. Ты не помнишь, что ли, у нас дома? Подожди. Такая есть. Такая есть. И вот такая, по-моему, еще. Ой, смотри, какие маленькие стучки. Интересно, здесь открывается? Да. Для кукол можно. Есть бэдместер, есть стандарт. Много есть. За 250 лари можно приобрести. Аккордеон называется? Баракола. Как? Баракола. Баракола? Да, Италия. Это я вам сказал 250, а так я его 350 ценю вообще, чтобы вы знали. Ну вот лучше и говорите 350 сразу. Ну и говорите 350. Ребята, 350 лари. Спасибо. Желаю, чтобы все у вас спасибо. Абсолютно разные всякие интересные такие трубки. Такое я только в фильмах, по-моему, видела. Девушка, их продажи нет. Ждали. Очень приятно. Вы что, зритель наш? Иногда, да? Очень приятно. В продаже нету этой игрушки, да? Волк ловит яйца. А, да, я помню, в детстве. В детстве. Нельзя? Девушка, вы меня не услышали? Может, вообще нигде не продают. Вы меня не услышали? Вообще нигде не продают. А где можно найти? По интернету. А говорили... По российскому. Не, ну мы не там, поэтому... Нет, нет. Мы же работаем с россиянами, с Америкой. То есть выпускалось это в Советском Союзе. Да. Соответственно, там... Большой объем. Говорили, здесь видели, видно, раскупились. Они бывают. Иногда приносят? Иногда приносят. Яйца, что не сказано, что ли? Другие говорили, всегда. Сюда это плавили, мама, если ты коми ее там. Вот я не держал. И туда надо. 70-х, да? 75% алкоголя или что? Конечно, можно выпить. Наливаем. Наливаем. Выпиваем. Закуска моя. Закуска есть? Есть. Ну все. Операция кусит. Это тоже я помню. На рынках даже у некоторых стояли такие. Да? Только побольше. Вот, смотри. Ой, какие классные. Ну, я однозначно. Я однозначно. Оценим товар. Вы веселый такой. Вас как зовут? Артур. Артур, очень приятно. А вас? Дали. Дали, Лали. Во, это круто. Да, я просто открывашка.
мышка. Какие интересные вещи. Интересные девочки. Откуда добро вы? Прошу, нас? Пожаловать к Артуру. Да-да-да, приходите, девочки, я вас всех люблю. Прикрыть надо. Этот мальчику. Лепесточек возьму, мальчик. Приклею, а вдруг у него с ним что-то произойдет, а потом давление поднимется. Так. Не, это не порядок. В Грузии нельзя показывать жалко, все места. Вот таких девочек видит, он может возбудиться еще. Вы самый позитивный из всех. Спасибо вам. Спасибо. Вы сегодня самый позитивный. Я всегда так. С удовольствием. Да, некоторые говорят, не надо, вы мне это не показываете. На здоровье полезно. Да, вот так. Ясно? Олимпийский долго, мишка. Долго будет жить. Да. Надо это все употреблять. Да. Олимпийский здоровья. Мишка, значит, 80-го года, правильно? Да. И вот эту самую, кстати, тоже выпустим во время Олимпиады. Во время Олимпиады, да, даже, редко. Посмотри, притом олимпийский самовар. Да. Спасибо вам еще раз огромное. Всех благ вам, чтобы все у вас продалось быстро. До свидания. Ого! Это что? Это человека можно стереть, да? Стереть. Всех протрешь. Всех можно, да? Одним разом. Девушка, здесь Азия, понимаешь? Это окно у вас. В Азию заходите, а там окно в Европу, не так называют. Знаете почему? Шутки вы умеете слушать? Конечно. Потому что мы художники, здесь никто не проходит, здесь дикая необразованность. Пишешь что ли? Фейсбук положи, пожалуйста. А там все проходят, все что-то покупают. А к вам не заглядывают? Нет. Несправедливо, ребята, заходите к художникам. Будьте любезны, пройдите немножко, я вам покажу, как я умею рисовать. С удовольствием. Вот это я. Как вас зовут? Шалва. Шалва. Между прочим, Пачушвили. Между прочим, я могу достать с кармана бесцельного груза, читайте, повидуете. Завидуете, я гражданин Советского Союза. Это наш земляк, вот это я. На Фейсбуке можно набрать. Это... А это тоже на Фейсбуке Шалва Тирьяк. Там лежат мои работы. Правда? Расскажите немножко о себе, о работе. Самое главное, я могу сказать. Я очень умно умею по-русски общаться. Я... 3 года жил в Москве. Я первый день, как я попал в Москву, я спросил, где здесь могила Высоцкого. Мне 58 лет. Я у меня в Москве. Откуда вы? Из Батуми. Там хорошо. Да. Там чай растет. Да, море есть. Вот море есть. О, море любит, да. Я был там. Можно вот так сфотографирую? Я очень люблю морские пейзажи, но я никак не могу попасть в Батум. А то, а что там? Там есть этот две... Алинину? Алинин? Не-не. Какая-то скульптура. Алинино называется. Алинино? Да. Какая ты красивая. Как тебе зваться-то? Дали. Дали? Да. Сальвадор и Дали? Цивадзе. Цивадзе? Да. А ты откуда? Здесь или там? А, я там. И самое главное, у меня в Батуми понравилось то, что там у вас идет дождь, да. И все эти городские гнавы покрываются полностью водой. И называется Венеция. Венеция, ну, Венеция, да. Венеция. Через это правда. Через пару лет будет Венеция. Абара. Вот этот, который молчит, да. Он рисует и дома. И на улице, и в селе. Знаете, откуда он? У нас же есть этот, как сказать, человек, который написал слова Гогебашвили. Да. А он из Гогебашвильского села. Он по фамилии Гогебашвили, а по отчеству Церетели.
Деревянные ребята. Они такие веселые. Я у меня велосипед. Между прочим, три. Будет отвечать. Сколько такая? Это знаешь что? Это миллионовый хлопец. Вот это как будто Маргарита. Это Пирусмани. Это Руставели театр. Это оперный театр. Ого. А и площадь цветами полна. Я очень красиво. Я вторую версию тоже нарисовал. Да. Оно тоже так. И я могу еще... Очень нравятся красные оттенки, обожаю. Очень ярко. Очень красивая тоже картина. Потому что гранат у азиатов олицетворяет... Благосостояние? Души. А это уже Тбилиси. Здесь тоже Тбилиси с этими... с виноградом. Виноград. Смотри, да. Видишь, что это я. Иначе я никак не могу доказать, что это мой рисунок. Они говорят, откуда этот аферист взялся? Мне нравится, что вы с юмором. Конечно. У меня две прививки сделаны. И после второго у меня крыша поехала. И, между прочим, хороший телефон. Это 11 или 12? 12. У тебя тоже? Значит, вы богаты. Нам для работы надо. Да? Да. А где вы работаете? На YouTube. YouTube? Да. Вау. Я блогер. А я кто? А вы художник. Да. А что вы можете мне посоветовать в YouTube? Далику. Ребята, нам очень понравилась картина. Актуально на кухне ее повесить. Обалденная. А, ой. Хорошо. И это, смотрите. Что я не... Знаете как? У нас же есть вот этот Нарихала, да, церковь. Да. На Нарихалу подымитесь, да, и там есть основная дорога, где проходит трасса. А в это новое правительство у нас сделало между основной дорогой и где вот эти старые дома с этими, со своими уголочками, там еще проходит маленькая тропинка. Я говорю то, что на ботаникур бахзеху, да, ботаникур бахшиху, тиритарик заху гадис, ромель ботаникур бахши гадис, ай им чуэникацис сисруа, ра. Ам ботаникур бахис, ам гзисцин, ам усулья диди, там большие деревья, там ничего нельзя снять. И для снимка, и для истории, вот это вы можете снять бит мими сиракуя, да, итальянского, да, двора. Я вот с ума не сошел. Отсюда, откуда видны очень умно сделанные грузинские ракуя из итальянские дворы. Потому что раньше, вот когда у нас этот, как Воронцов, строили эти дома, вот эти балконы должны были быть внутри, да, где эти итальянские дворы, а снаружи должно быть вот такое плоскость. Да. Поэтому вся красота внутри. Там они то шашлык жарят, то это делают, то другое, то великолепные ковры. Да, белье, суши тоже. Там, это все, там великолепно. Поэтому, да, город надо узнать снутри. Спасибо огромное. Спасибо. Звездочку. Звездочку. Да, звезда. Шалва. Хотя бы поставит. Да. Ребят, приходите, покупайте картины, да, поддерживайте художников наших. Так, так. Мало того, что купите красивые картины, еще пообщайтесь. Вам расскажут интересные истории, быт. Просто пошутите и просто проведете интересное время в Тбилиси. Добро пожаловать! Закрыть глаза и выбрать любую? Да-да-да. А он поменяет потом. Он такой, да? Нет, я честный комсомолец. Я же знаю, где что лежит, как можно выбрать. Нет, я говорю, что здесь есть что-то не то, но это Тбилиси. А это есть село. А сзади... Есть надписи на грузинском, на русском и
На армянском языке. Мам весело точно. Молчите, шалва только говорит. Он столько говорит, нам нечего. Не-не-не. Знаете что? Он хочет вас выгнать. Он мы. Я в чётные дни шучу. Они ничего. А этот человек гений. Всегда молчит, но всегда продает. Знаете, у него сколько денег? У него дома есть зайчик. Видите, полгода бифока. Зайчики. И Лиса, картошка. Серьезно, выбери какой-нибудь. Это с ним ничего. Ты можешь его пошкребать. Как... Давайте так. Какую вы посчитаете? Желтый цвет. Это золотистый цвет. Но. А это вот там. Море. Море любит. Это знаешь, это твилийская чистота. Понимаешь? Да. Я тебе дарю вот этот. Спасибо. Эту работу, между прочим. Это спасибо, двойная работа. Шоу. Вы можете его вот так порезать. И поделить между собой, да? Ребята, будьте добры. И должны знать, всегда весело, когда крыша едет. В Тбилиси живет один молодой человек, он профессионал. И он может из кожи сделать чудо. Я увидел вот эти кожаные очки. Оказывается, эти очки – точная копия в Первую мировую войну у этих пилотов, что было. И я дал ему заказ и купил эти очки. И потом вот здесь не видно, вот видишь, у меня вот эта шапка, кожаная шапка, которая была одета от или не одета от этим пилотом. Да. И вот эту шапку. У меня есть друзья, я нашел, что он продает. Эту продают за 150 лари. Пришли какие-то девчоночки, они вот договорились, что возьмут мою работу. Я говорю, дайте мне деньги, я вам покажу, где я потрачу вот эти полностью. Они дали мне 150 лари, я отнес им, показал тоже им и купил эту драгоценность. Но оно, знаешь, она из кожи и внутри. Исаак, Хрис Исаак, Ра, Бетю Яхта. Глаза потеют. Он не уходит, а что с ним? А вот, я покажу своего прадеда. О, красавец, мужчина. Знаешь, вот это мой прадедушка. Я застал его. Ему было 100 лет, мне было 6. Даже у меня есть фотография вот вместе с дедом снятая. Видишь, с балкона. Посмотри, старинная фото. Это я, а это мой гениальный дед. И знаешь, почему у меня эти фотографии? У меня, я хочу, он был этим, а это второй дед, смотри. Это от маминой линии, а то папа. Ребята, давайте жить дружно. Без любви ничего не бывает, и оно не проходит никогда. Можно жить до 100 лет и всегда был молодым, быть молодым. Поэтому я вам всем желаю, чтобы вы не старели, несмотря годы и несмотря все. И это место, где вот эти люди, несмотря на то, что и снег будет, и дождь будет, и... А мы все время будем вас здесь ждать своими с огромными желаниями, широко раскрытыми глазами и будем по чуточку собирать доброту и потом вместе собирать их и выражаться хоть в любую вот такую точку. Вот самое интересное у меня вот этот. Будьте здоровы, самое главное. Ага, Катя. Прелесть. Вылюбайка. Малышка. Всех благ вам, всего хорошего. До свидания. Не смогла не дать деньги. 20 лари дала и сказала, покормите, пожалуйста. Вот эту вот прелесть, вот этого собакена. Он
Мужчина говорит, я сам не поем, но им всегда покушать дам, потому что ну, видно, что он любит животных. А кошечку его маленькую зовут Катя. Катюша.